Футбольный клуб Уфа болею с момента основания в 2010 году. Это очень хорошая местная история, хотя 2 года возглавлял последние команду «Зорки», но она выступает во второй лиге. А за это время Уфа совершила со второй лиги рывок в Лигу Европы. Во-первых, Тиль показал, что это приобретение, наверное, главное приобретение года. Он забил замечательный мяч сходу, продемонстрировал несколько замечательных финтов. Очень вообще креативный игрок, с моей точки зрения. Но Краснодар просто сейчас находится в такой форме, что практически это сильнейшая команда на сегодняшний день премьер-лиги. Первый тайм в атаке хорошо играем, в защите очень-очень плохо. Там прямо, ну, Саша Белинов нас спас, Адира Штанга нас спасла. Так что, ну, пока непонятно, что будет. Надеюсь, но все-таки победа будет. Победа нужна все-таки. Для меня, конечно, проще на стадионе. Здесь тяжело, они нас не слышат. Слышим только мы сами. Но по мере сил надо стараться все равно кричать. Когда гол забили, хотел микрофон отнять. Не отдал. Я пытался. Но я думаю, что следующий гол я отниму микрофон. И как на стадионе, как положено, попробуем объявить. Да я вообще не ожидала, если честно. Моя везучесть, это вообще, это можно так назвать, что я практически нигде ничего не выигрываю, когда в конкурсах каких-то. Дарю ребенку, не, братишке своему. То есть на стену вешать? Ну, возможно, у меня идеи есть, все вот всякие такие вещи у себя дома повесить. Мне как раз родители предложили об этом сделать такую идею. Может, и это... Может, и на стену повешу. 1-1, конечно, не самый плохой итог, но хотелось большего. И моменты для большего были. Мы вправе были верить в победу. Победа могла быть. Ну, не хватило немножко, но качество игры было обнадеживающим. И тактически, мне кажется, уфимцы сегодня выглядели хорошо. В таких больших масштабах, наверное, мне не приходилось работать в таких заведениях. Но могу сказать, что это очень сильно отличается от эфирного комментария, когда ты сидишь в будочке, и тебя ничто не окружает, ты не слышишь никаких выкриков, окриков, где ты не чувствуешь всей этой атмосферы. Даже если находишься на стадионе, все равно нахождение трибун где-то рядом, оно не передает той атмосферы, которая есть при таком совместном просмотре. Здесь тоже, ну, есть что-то свое особенное, интересное, и, в принципе, мне нравится такая атмосфера. Чем будешь заниматься, когда в футболе будет перерыв такой большой, нас сейчас 3 месяца ждет? Ну, буду скучать, работать, готовиться к продолжению чемпионата.